Здравствуйте, Даша, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Меня зовут Алла, я из Ташкента. И я вас приветствую вместе со своими внучками, вот, Камилой и Маликой. Мы вышли погулять. Сегодня у нас 28 января 2024 года. Мы находимся на речке Карасу, недалеко от Байсунской, тупик 2. Это Карасу разделяет Байсунскую и Шумиловский городок. И хочу вам показать теперь другую сторону. Сначала я ходила, показывала вам одну сторону, а теперь другую сторону речки. Мы идем в сторону строящихся домов. Golden House, который строит. Камила, пошлите, сейчас улетите туда. Малика, идемте. Так, руку дайте. Камила. Ага, и туда сама еще упади. Вот отсюда кидайтесь, и все, можно отсюда. Здесь хотя бы заграждение. Идемте, идемте. С левой стороны реки частный сектор. А с правой стороны вот такая, скажем, земля, насыпь. Стоят вагончики. Экскаватор там за вагончиком небольшой стоит. И пойдемте дальше. Там вдалеке стоят дома. Пойдемте, Камил. Малика. Мы выбрали правую сторону, потому что здесь, походу, нет въезда для машин, поэтому более спокойно. А с левой стороны, где частный сектор, там он... Машины проезжают, хоть редко, но все равно. Сейчас 5 часов вечера, и у нас пасмурно. Обещают дожди 3 дня подряд, но с такого сильного похолодания нет. Вывела заодно детишек на прогулку. Камил, пойдемте. Это вот за забором новостройки строятся. Сначала все не могла привыкнуть снимать на iPhone свой. Купила стабилизатор и вот никак не могла к нему привыкнуть, к стабилизатору. Ну, у iPhone своя стабилизация хорошая, но все-таки профессиональный стабилизатор нужен. Вот иду спокойненько и снимаю. Выгуливаю внуков, ну и заодно любуюсь нашей речкой. Уже имею право так называть это место и речку нашей. Потому что прописалась и, надеюсь, скоро перееду. А здесь какой-то сад. Посажены деревья, наверное, фруктовые.
У колодца. Болото? Почему болото? Это не болото, это река. Да, а это ивушка, дерево. По веткам. Весной она будет красиво так распускать листочки свои. Веточки будут зеленые, красивые. Вот что здесь мне нравится, смотрите. Ну, единственное, не нравится то, что не работает. Но нравится, что раньше были вот такие колеса для сбора мусора. Или для чего они нужны? Ну, явно не для электричества. Раньше сюда заходили, а сейчас, видишь, забор поставили, чтобы дети не баловались, да и взрослые. Пришлось закрыть все забором. Они, наверное, вот так перелезают. Пойдемте. О, сколько домов. Мы прям подходим к такому большому строительству многоэтажных домов. О, привезли навоз. Заботливо так. И, скорее всего, прокопают по весне. Удобрения есть. Давай, давай ручку. Хорошо, идемте. А вот снова смотрите, с левой стороны треугольная крыша, вот это. Это говорят, что новый коттеджик, такой домик построен. Такой современного типа. И также длинный вот забор к нему идет серый. Говорят, что здесь их несколько будут домов. Девочки, идемте. Сестрички не надоедают друг другу. Малика, Камила. Что? Не знаю, сколько лет строили. И мы подходим к такой красивой башне с панорамными окнами. Вот, посмотри, видишь? Ты же ее и так видишь. Это мои подписчики не видят. Башню очень красиво выложили. Не знаю, старинная эта башня или уже недавно ее построили. Кто здесь живет, напишите, пожалуйста. Сейчас подойдем поближе, и еще я приближу эту башню. Ближе и ближе. Сиди, сиди, сиди. Я хочу тоже посмотреть Камилу. Нет. А не буду так? Вот он, такая башня красивая. Но сейчас пасмурно, и поэтому как бы... Вот здесь, постойте, я сейчас сниму, приближу. Вот она такая красивая. Идемте дальше. За ручки возьмитесь. А это уже с левой стороны, смотрите, какой. Подняли комплекс новостроек жилых. И дальше, и дальше, и дальше.
Баба, а. Ты там заснимаешь? Конечно. Давно хотела здесь показать новостройки, но не было времени прийти и показать. Я бабу не отвлекаю, здесь молчу. Один дом из красного кирпича, один дом из светлого кирпича. А вот Малика, Камила, пошли. А это уже вот смотрите, сколько здесь прям жилые дома, уже заселенные. И продолжается, продолжается стройка. Девятиэтажные дома. Вдалеке видите кран, и опять-таки там дальше идут строительство идет. Речка чистая, мусора не плывет по ней. Слушать, как шумит речка, очень хорошо. Ну, буду с вами прощаться, дорогие друзья. Немножко вам об Айсуне, немножко вам о новых стройках в Ташкенте. Немножко показала вам новостроечки. Ой, недалеко от речки Карасу. И посмотрите, уже зажглись светодиодные лампы. Они на батареях солнечных и вечером зажигаются, а утром отключаются. Вот, мы подошли, на движение реагирует. Отличненько, прям ярко и светло стало. Всем пока-пока. Пишите мне, комментируйте. Скоро выпущу видео по своему дому, как продвигается ремонт. Посмотрите, что у меня сделано за эти дни. Я специально долго не снимала, потому что, ну что, каждый день там снимать практически одно и то же. А, больших изменений не было. Сама заходила, просто смотрю. Ну и вот завтра буду снимать уже конкретно, что же там ребята сделали. Надеюсь, вы радуетесь за меня. Ну, может, кто-то наоборот не радуется. Кто-то говорит, что сумасшедшая поменяла квартиру на какой-то сраный дом. Ну, это выбор каждого человека, где жить, как жить и что делать. Ну, дошли мы до этой новостройки огромной. Девятиэтажный дом. Смотрится очень красиво, впечатляет. Ну, какие комнатки здесь, я не знаю, не могу сказать. Большие или маленькие, или разные. А вообще вот так вот гулять здесь, конечно, прекрасно. И утром можно прогуливаться будет, и вечером. Ну, всем пока-пока, я вас люблю.